Вот, товарищ председатель. Зараз выступаем. Час добрый. Народ в станице певучий, люди найдутся. Опять за свое. Товарищ председатель. Товарищ председатель. Товарищ председатель. Дело этой революции нужно. Да говорил же я тебе. Выходи, строится! Вот, Степа, остались мы с тобой тут за советскую власть. Прежде всего, ранеными заняться. В уезд надо пробиться за медикаментами. Второе, чон. Хотя бы небольшой отряд для начала. Без него нам. Да, бандюков здесь миллион. Кругом плавни. Решай третий вопрос, председатель. Чего? А, все еще здесь пехота. Решай. Да ты что? За станицей фронт. Люди в бой пошли, а ты с музыкой. Я в полку в оркестре служил. Знаю, как музыка в бою душу вздымает. А инструменты где возьмешь? В кузне закажешь. А где народ в 17-м винтовки взял? Да ведь для школы учителя надобны. Сам-то ты, как говорится, отставной козы барабанщик. А кто нас научил, как генералов бить? Да и сам ты, товарищ председатель, небось, на флоте не крейсером командовал, а? А? Я ведь школу не для забавы задумал. Агитировать буду. Балалайками. От кто чем гораст. Наше оружие все. И шашка, и песня. Пиши мандат. Быть тебе у нас этим, как его, капельдинером. Капельмейстером. Капельдинер тот в театре при вешалке стоит. Все одно при искусстве. Фамилия? Юсалов. Здешний? Да нет, Тамбовской. Здесь меня беляки царапнули, так и застрял. Заждались, небось, дома? Некому там ждать. Сына глотошное задавило. Жену... Жену управляющий сманил. В горничные. Валяй, действуй. Принимай товар.
Заходи, погреемся. Это с вами-то? А хотя бы. Музыкант жидковат. Под такую дуду только мух гонять, а не с бабой плясать. Вот язва. Милости тебе, государь. Ну что ж это такое? Вот она. Позвольте вас спросить, на каком основании, господа, вы в мое отсутствие... Господа, между прочим, в Черном море купаются. А инструмент реквизируется у имущего класса согласно постановлению Ревкома. Помилуйте, но я никоим образом не могу быть отнесен к имущему классу. Я бывший учитель пения в гимназии. Да что тут разговаривать? Ну, сказано, постановление. Милти, я протестую. Мы протестуем. А вы кто такой? Регент церковного хора. Ну, бывший, конечно. У меня тоже камертон реквизировали. Но вы не беспокойтесь, пожалуйста. Обождите, гражданин регент. И вы тоже. Но нам пора. Мы... мобилизованы на общественные работы, так сказать, общественно полезный труд. Обождите. Есть у меня к вам, граждане музыканты, деловой разговор. А теперь, представьте, все забыла. Вспомните, она тоже ведь и школа, она учит. Ну, конечно. Простите. Я презираю. Здравствуйте, господа. А говорят, что заведующий какой-то простой солдат. Не беспокойтесь, господа. Мне доподлинно известно, что в школе есть и настоящие педагоги. Солдат их с общественных работ снял. Подумать только, такие интеллигентные люди. И вынуждены были убирать, пардон, такое... Навоз. Фи, вы всегда такое скажете. Нет, ну я все-таки беспокоюсь, чему же в этой красной школе учить будут? И я тоже не беспокойтесь, господа. Учить будут по-нашему. Заставим. Вижу я в станице, многие приверженность к музыке имеют. Это хорошо. Музыка человека добрее делает, благородней. Довелось мне раз в Киеве оперу повидать. Крепко запала она мне в душу. Вот я и подумал, пусть и бедняцкий класс понимает искусство. Скажите, а чему нас учить будут? Я, например, смогу продолжать занятия на фортепиано? Занятия у нас будут по всей науке. Вот граждане учителя ноты вам объяснят, ключ скрипичный, гаммы. А что касается фортепиано, то они у нас, милые барышни, будут, когда буржуев добьем. Как у вас, гражданин заведующий, не могли ли бы вы нам объяснить, какая разница между терцией кантабеле де грация, пятой части 15-й симфонии Бетховена и
Пиччиката, разноголосые фуги Баха. Насчет Бетховена, вы в соответствующее время, согласно программе, узнаете. А вот лиц, которые пришли сюда записочки девицам писать, я попрошу сейчас же освободить училище. Правильно. Да что же это такое, господа, а? Какая наглость! Что же это такое, а? Что ну, пойдемте сейчас отсюда! Безобразие! Господа! Молодой человек, портсигарчик забыли. Вот что. Самое первое, надо нам с вами эту песню разучить. Садитесь ближе, ребята. Занимайте места, что вам буржуазия освободила. Им эта песня факт как кость в горле. А для нас дороже ее нет. Потому как для бедняцкого люда ее сам товарищ Карл Маркс сочинил. Ноты, кто из вас знает? Ну что ж, тогда слушайте и запоминайте. Thank you.
Знаешь, секретарь, играет наш капельмейстер. Хоронит кого? Школа музыкальная. Каждый вечер такой. Что же это, Панас Мартынович, за песня такая? Я ее раньше будто и не слыхал. На пути к ней, Боже, царя храни. Апанас Мартынович, пора и за делом. Погодь, погодь, погодь. Эй, хватит тебе там с хлопцами сидеть. А ну-ка, забери. Учи, учи, сноху. Разбаловалась без мужа-то. А где он муж-то? Впору со свекром баловать. Ну, вот. Ага. Ну-ка, давай. Лица, которые за советскую власть и изменники кубанской ради и религии он. Предсовета Игнатюк. Матрос. А, доброе, доброе. Богато. Хватит нашим хлопцам в плавнях сидеть. Нынче долго не просидят. К нам в Старощербиновскую верный человек слух принес. В Новороссийские Антанты высадилась. Отцы добрые, а? Зараз кому не карачун. Такие. По какому поводу сборище? Советскую власть встречаем. Песни поем. А что, может, большевики этого не дозволяют? Смотря какие песни. Разные, товарищ комиссар, на любой вкус. Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет. Полюби меня, моряк, душою, что ты скажешь мне в ответ? Просим вас в нашу компанию. Thank you.
кажись, пронесло. Кто там? То я, Апанас Мартынович. Та ведерку зацепив. Ведерко. Ходить не умеешь. А далеко ли, ваше благородие, со двора собрались? Да в школу. В школу? А кони поены? Волы накормлены? То я все зробив. Коней и волов на покой поставил. Мабуть, зараз и мне можно. А я ж тебе говорил, чтобы не сметь в эту школу. Говорил или нет? Ну? Ты вон волов, ну-ка ты. А я ж ще не взнузданный. Шо, шо, шо? Шо ты там бурчишь? У солдата в школе говорку научился. Большевицкие панихиды с ним играешь. Сказано, со двора ни шагу. Оставь ты его, Апанас Мартынович. Ведь ты ж ему теперь не указ. Ведь зараз как? Кто был ничем, тот стал уж всем. Чал! Что делается, а? Солдат и тот голытьбу мутит. Еще как мутит. Совсем от рук отбились. Пиши. Солдат, который музыкальной школой хороводит. Юсалов? Во-во. Погодь, кум. И без того дела много. Тут нам поначалу с другой стороны зайти надо. Людвиг ван Бетховен. Большая голова у тебя, солдат. Да не по ней подушка стелена. А не пошел бы ты к нам в церковный хор? Песни твои очень они непристойную грубость имеют для уха. Не то играл бы по свадьбам. А? Слышь, власть-то нонешная, конечно, тебе родня. Да ведь нищие-то спокон века голой с умой славились. А мы бы тебе инструментик справили духовой, как в хорошем полку. Ну и тебе самому бы кабанчика закололи, пшенички бы отвесили. А главное... Душу солдат спасешь. Бог-то он... Сколько? Чего? Чего? Сколько за душу мою дадите? Один мешок пшенички? Или два? Так сколько потребуешь? Сколько у вас? Да. Вот что, гости дорогие. Отблагодарил бы я вас. Да кнута не держу. А двери мои, вот они! Ну что ж, спасибо за ласку.
Может, прикроешь свое заведение? Шутки шутишь. Эй, что случилось? Да бандюки обстреляют. Где? У старой Щербиновской, из Плавни. Видал? Какие уж тут шутки. Здесь власть наша, а там Плавник ихняя, бандитская. Как вода сквозь пальцы гады проскальзывают. Сильно царапнуло? Да зараз присохло. Возьми, пригодится. Она что? Она мне за 6 лет и так все плечи оттянула. Я с людьми музыкой хочу разговаривать. Смотри, ведь бандит тот же Коршун, его песни не растопишь. Музыка твоя непростая, раз из-за нее кое-кто в станице сна лишился. А? Правда. Ты за нее бороться должен. Отстаивать с оружием. Мое оружие во! Шаповаленко, ну куда тянешь? И потом здесь у тебя сибемоль написано. Да не получается. Может, мне того не осилить? Не осилить? Тебя же в школе учат. А он, будьте здоровы, не получается. Та ж цю бемоли не видно. Вот такусенька тебе закорючка. Такусенька. А ну, поглядим. Узнаешь? Не. Верно. А теперь узнаешь? А як же? А я. А теперь гляди. Теперь ставлю 3 бемоля. Слушай.
Россия моя, дорогая земля, ты всего мне на свете дороже, а тебе я пою песню думу мою, что солдатскую душу ты волит. А ты говоришь, такусенькая закорючка. Ребята, играем польку. Играем интернационал. Убили. Грицко саморучка убили. О, Господи! Кто ж его? Ведь Грицко саморучка самое голото. У него у хати и взять-то нечего. Поздается мне. Шо? Да не. Без наших тут не обошлось. Ну. Аккурат накануне он с Афанасом Мартынычем за землю на сходке сцепился. А утром их глянули. Окно отворено. Школу, мама, а что? Школу? Нет, гляньте, люди добрые. Мало того, что сам оттуда не вылазит, так теперь последнее добро из хаты тащит. Да я ж ее только на представление, ну, мама. Опять солдатам в Шкоду затеваете. Мало мне двух сынов на войне положили. Так еще и ты подобрать норовишь. Не пущу! Зараз комиссаров представлять будете, а потом куркули вам голову поснимаете. Так каких комиссаров? Ты каких? Что вы, мама? То ж подушка для генерала. Какого генерала? Так обыкновенного, французского. Отдашь, чертяка, чтоб тебе солдатам твоим провалиться! О, наказание Господне. Да
то комиссари, то генерали. От бісова душа. Ну, погодиш, вернешься, буде тебе представлення. Да здравствует коммуна! Хай живе мировая революция! Бей, куркулей! Добре. Добре. В общем, все играли как надо. Только вот что. Шповаленко, ну, ты кто такой есть? А вы что, забыли? Нет, ты скажи. Ну, Шаповаленко, батрак. Нет, кто ты есть по пьесе? А, ну, коммунар парижский. Так какого же черта ты коммунар парижский, бей куркулей, кричишь? Где ты в Париже куркулей видел? Это ж тебе не Апанас Мартынович, а генерал Галифе. Тю, так кто ж одна гидра? Товарищ Юсон. Вот вы здесь указали, что в финале коммунары с оркестром исполняют интернационал. Ну, указал. Так вот, я должен вас предупредить, что это, извините меня, нонсенс. Чего? Нонсенс. Нелепость, противоречащая здравому смыслу. Во времена Парижской коммуны интернационал не пели. Нонсенс это? Что? Нелепость, противоречащая здравому смыслу, Серафим Петрович. Где же это видано, чтоб бедняцкий люд шел на смерть без интернационала? Ребята, продолжаем занятия. Поем частушки. Бог в помощь. Спасибо. Ох, и жалко мне тебя, служивый. Это почему ж? Бабулюш по кораблю. Море велико, а до берега далеко. Один маешься. Я не жалуюсь. Присмотрел кого? Пока нет. Что ж так? Мужик самостоятельный. Музыку играешь интересно. Пока не найду. Плохо ищешь. Как умею.
Что ж ты гостя в хату не приглашаешь? А ты по делу или так? По делу. По делу и тут можно. Хотела попросить вас, не поможете ли по плотницкой части? Нужда есть. Бабе в мужике всегда нужда есть. Боюсь, не подойду. А что ж так? Жидковат. Ой, глупый ты музыкант. Бабье слово помнишь. Так зайдете? Не знаю. Вот по своему хозяйству управиться некогда. А я помогу. Помогу. Небось, скучно одному дома. Зашел бы вечерком. По плотницкой части? А это как хочешь. Найди помоложе. Шутки шутить. У вдовы обычай не девичий. Мне мужик, чем старше, тем слаще. Крепче любить будет. Приходи. Видишь, солдат? Отвори. Слышь, музыкант, это я. Смотри, я сама пришла. Что ж ты, кавалер, бабу на дожде держишь? Пусти в хату. Пусти. Ну, пусти же. Не пожалеешь. Кто здесь? Да я же я! Пусти скорей! Места на мне сухого нет! Ha ha ha!
Широко живешь. Двери нараспашку. Такие были. А кто их знает? Фамилии не сказывали. Поймали! 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 Это что такое? Понимаешь, какое дело? Хлопцы те утекли, а баба наперелась, застряла. Кусачая язва. Кто такая? А мы с вами, товарищ председатель, старые знакомые. А, по морям, по волнам. Ну, что ж ты теперь мне споешь? Кто те хлопцы, что с тобой были? А я почем знаю? Ночью все кошки серы. А те хлопцы я и в глаза не видала. Так. А что же ты с ними тут у хаты делала? Ну? Голосок потеряла. Нам не хочет, в ЧК скажет. Там скажет. А ну. Пусти! Что я у хаты делала? К нему приходила. Верно, товарищ Юсалов. Народному терпению. Взбирались по ночам, толкуя меж собой, и рвались из оков, дрожат возмущения, как скот
влекомый на убой. Империи пришел конец. Напрасно тиран безумствовал, воинственно жесток. Уже вокруг гремелого сельеза и красным заревом пылал восток. Припозднился, кум. Не утерпел. Раннюю обедню у себя в Старощербиновке в храме отстоял. А к поздней уже к вам. Нынче здесь другую обедню служат. Сотни лет голод убивал наших детей. Нищета калечила нашу жизнь. Война уносила наших мужей. Пора покончить со старым миром. Настанет день, и на земле не будет голодных и нищих. Исчезнут страдания и кровь. Наступит новая, счастливая жизнь. Кто был ничем, тот станет тогда всем. Быть может, мы погибнем в этой борьбе. Но наши дети пожнут великую жатву свободы. Решительный час настал. Впереди победа или смерть. Не могу. Следующий раз. Куда весь спектакль начался? Посмотри, спектакль начался. Граждане, товарищи, господа, дети. Давай скорее, ну. Боже мой. Ну куда же вы? Дети. Пусти. Ну что там, Миколка? Ось, наши в бой идут. Вот бьют. Ура! Ура! Ой, хлопцы. Теперь обратно кадеты полезли. Ох и сила. И генерал впереди. Мало не пожалели. Господи! Палачи! Убийцы! Мы ненавидим вас! Стреляй! Всем пушкам мира не заглушить голос свободы! Да здравствует коммуна! Хай живе мировая революция! Бей куркулей! Бей! Молодцы, ребята. Ну что? Добрый солдат, добрый. Большевистское тебе спасибо. Оправдал ты свою школу.
ребята. Дорогие товарищи, когда народился Иисус Христос, взошла на небесах звезда Вифлеемская, и кто уверовал, тот в грехах покаялся и ей поклонился. Так и людям в этом доме трудящимся, кто уверовал в советскую власть, тот им поклонится. От имени соседней станицы, Старощербиновской, где я жительствую, прошу и нам помочь сотворить у нас школу большевистских музыкантов. Слыхал? Дела, хлопчик! Люди наши песни ждут. Постой, музыкант. Постой. Ну, погоди. Эй, отец, подвезешь? Далече? Далече. В Старощербиновскую. Садись, до околицу подвезу. Стой! Стой! Вроде тебя. Погоняй. Спасибо. Счастливо. Ну, ну.
Молись Богу, солдат. Кончились твои песенки. Так. Поздно хватились. Вся станица поет. Режешь! Скоро всем вам карачун. Ну, будешь молиться или помрешь собачьей смертью? Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Возьми оружие.